Всем привет! Меня зовут Денис Запиркин, и я хочу пригласить вас в Центр компьютерного обучения «Специалист» на новый, актуальный, прогрессивный тренинг «Количественное управление». Это тренинг для вас, если вы менеджер, если вы управляете проектом, продуктом, компанией, людьми, процессами, если вы хотите управлять по-новому, эффективно, на основе количественных показателей, индикаторов, выстраивая планы, стратегии и модели работы с этими элементами управления, которые помогут вам на языке метрик и количественных показателей принимать решения, мониторить процесс и более эффективно управлять тем, чем вы управляете. Этот тренинг будет состоять из двух частей. Первая часть – первый день, где мы будем говорить о базовых принципах, о том, как это внедряется, как это работает и какие общие моменты вы должны знать с точки зрения количественного управления. Второй день будет посвящен практике и примерам, где я из областей управления проектом, управления продуктом, управления продажами и маркетингом, управления качеством, управления KPI-ами и управления компанией расскажу вам о том, как это уже работает и как это можно использовать в вашей компании, возможно, с учетом вашей специфики. Тренинг будет 2 дня. Его веду я, Денис Запиркин. Приходите в Центр компьютерного обучения «Специалист». Я расскажу вам о том, как сделать вашу работу эффективней. Счастливо!